Жительницу Иваново уже несколько дней ищут родные и полиция. 26 июня Александра Романова вышла из дома по улице Куконковых и до настоящего времени не вернулась. Фотографию пропавшей вы видите на экране. На вид девушки 14 лет, волосы темно-русые, глаза серые, рост 155 сантиметров. Была одета в черную ветровку с капюшоном, голубые джинсы, серую футболку и кеды розового цвета. Всех, кто располагает информацией о местонахождении девушки, просим позвонить по телефонам, указанным на экране.